Дарья Серебрякова – мастер спорта по бадминтону. Однажды в спортивный комплекс «Знамя труда» девушку привел папа, где она увидела тренировку по бадминтону. С тех пор этим видом спорта Дарья начала заниматься всерьез. Раньше было легче играть, чем сейчас, потому что уровень был маленький, как бы низкий у всех. А сейчас все выросли, научились играть хорошо, и сейчас сложнее намного. Сегодня одиночные категории, и здесь, мне кажется, для меня это самая сложная категория, чисто психологически и как бы физически. Физически не так сложно, как психологически. Надо входить в финал. Хорошо бы выиграть. Всероссийский юношеский турнир по бадминтону юношеской серии «Йонекс Гран-при» посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Дорофеева. Я помню Юрия Ивановича. Я сам был еще мальчишкой. Я сам из Коломны. Приезжали сюда играть в Орехово-Зуево, и он тренировал наших соперников. Орехово-Зуевских ребят. В турнире приняли участие спортсмены из 20 городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Иваново, Орехово-Зуево. На площадках участники встретились в трех категориях – одиночной, парной и смешанной. Большое количество призовых мест завоевали спортсмены из Орехово-Зуево. Среди них Екатерина Кут и Дарья Серебрякова – третье место в одиночной категории и первое место в парной. Второе в парной категории было присуждено Екатерине Кутамановой и Александре Чехановой. В смешанной категории первое место одержали Дарья Серебрякова и Кирилл Боярский. Второе – Екатерина Кут и Роман Кулага.